От 30 до 100 часов обязательных работ назначил суд неплательщикам алиментов за 6 месяцев 2020 года. В списке есть и женщины, и мужчины. Всего 49 человек. В практике есть случаи, когда ответчики получили за невыплату реальный срок. Подробности в сюжете. В прошлом году 49-летний житель Искитима на 20 суток отправился под арест. Мужчина из числа злостных неплательщиков алиментов. Ранее был судим за уклонение от оплаты средств на содержание своих детей. В этом году реальный срок получила женщина. В июне 2020 года жительница Искитимского района 84 года рождения, также ранее судимая по двум эпизодам статьи 157 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за уклонение от отбытия наказания в виде исправительных работ, по решению Искитимского районного суда водворена в места лишения свободы сроком на 2 месяца. За 6 месяцев текущего года к обязательным работам за уклонение от оплаты алиментов привлечены 49 человек, из которых 16 – это женщины. Сейчас это административная ответственность, но наказание может быть изменено. Хочется предупредить граждан, что за совершение административного правонарушения лицо может быть подвергнуто аресту, а при уклонении от исправительных работ, назначенных в рамках уголовного дела, произведена замена наказания на водворение в места лишения свободы. Чтобы не оказаться в местах лишения свободы, судебные приставы призывают проявлять гражданскую сознательность, исполнять решения суда и не забывать выплачивать алименты на содержание своих детей.